рыбачили с супругой, вот здесь, в кувшинках. Когда мы с ней рыбачили, она мне заметила, что здесь ребятишки купались, и говорит, девочка тонет. Я побежал сюда. Когда я бежал, здесь проходила моя одноклассница Света по мосту. Она тоже заметила это. Она спустилась с того края, я отсюда. Она оттуда нырнула, я отсюда нырнул. Я несколько раз нырял, пока найти ее там. Она уже ушла под воду. Когда я ее нашел, выносил ее на берег, она была уже синенькая. Когда я начал делать искусственное дыхание ей, я думал, все, уже не спасу. Я даже сел на ней и заплакал. А Света говорит, давай еще, давай еще. Я начал делать еще, еще, еще. Да, массаж сердца начал делать она. Она захрипела, захрипела. Я начал еще маленечко, маленечко. Она захрипела. Я ее положил на бок, чтобы у нее рвотные эти массы выходили. Она захрипела, захрипела, задышала. Сразу же мы со Светой вызвали скорую, чтобы приехала, потому что я тоже не думал, что я спасу ее. Не надеялся даже, если честно. Уважаемый Александр Сергеевич, решите объявить вам благодарность от отделения полиции МОВД России Заволинский за смелость, самоотверженность, бдительность, находчивость и грамотные действия при спасении утопающего ребенка. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия вам и вашей семье, а также небольшой подарок – наручные часы.